Закрыть. Хорошо. Может, пойдем выберем, какие есть новые игрушки? Хорошо, давай. Открывай. Заходи. Пошли. А ну, пошли посмотрим, кто есть. Вот какие игрушки тут есть. Белую собачку и зайчика, да? Да. Хорошо, да. Давай таких возьмем. Ну хорошо, сейчас я в очереди постою. Ну что, посмотрим, что там? Давай я помогу. Мне попалась собачка здесь. Белая она. Смотри, ой, какая она прикольная, такая пушистая, и розовый бантик на ней. Она девочка, да? Да, да, красиво. Угу. Очень красиво, и хвостик маленький такой. Пакетик там достану, а это кто? Зайчик. Заяц? Да. Я буду пока что лазить и следить за вещами. И вот такой вот заяц ушастый. Тоже белый. А заяц куда? А вот мальчик, да? Да, заяц мальчик. Они играют в догонялки. Догонялки играют. По столику прыгает, по полю может прыгать, бегать по дорожке. Ножками бегает, как кошечки, как собачки бегают. Да? Да. Я не хотела. Да, это из мультика «Тайная жизнь животных». А собачку знаешь, как зовут? Макс. Нет, вот эту белую. Вот эту белую зовут Гиджет, собачку. Гиджет. А кролика зовут Снежок. Да. Сейчас Катя должна появиться в трубе. Ой, ку-ку, кто тут? И умчалась. Да, похоже, как твой. Катя, ты полезла? Что, на трубу, в горку? Ты не боишься? Ой, а давай еще раз. Я еще даже не видела, как ты туда. А ты не спалила даже. Да, давай, я теперь буду тебя встречать. Я не поняла, где выход.
Залазь еще раз, я тебя сейчас буду ловить там. Не хочешь? Ну, я просто посмотрю, как ты съедешь, хорошо? Когда стоим, мама! Мама! Да, мама, здесь такие штучки есть. Учитель, мама, потом пойдем на голову, да? Да. Я уже вырос. Да, мама? Да, ты уже вырос. Вот. Я могу съехать. Катя, я давай. Девочка, подожди. Ой, ку-ку. А я могу просто бежать. Я вижу, тебе понравилось, да? Да. А есть еще быстрее? Мама. Держись. Переползай на следующий канат. Переступай на красный. Может? Ну, спускайся вниз тогда. Переползай. Всем пока, подписывайтесь на Катин канал. Пока-пока.